Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Лиза Лоран, я из Украины и я художник. Мне 36 лет, а художественного образования у меня нет. Возможно, пока что. Рисую с детства. И, наверное, таких участников очень много, которые рисуют с детства и к определенному периоду приходят все-таки к творчеству. В конкурсе Golden Time Talent я принимаю участие второй раз. Вот эта работа заняла в 28-м сезоне одно из первых мест. Выполнена эта работа была и есть акрилом. В основном мне нравится рисовать в серых тонах. Я стремлюсь к гиперреализму, и мне это очень нравится. Сегодня я вам хочу представить мою первую работу, нарисованную маслом. Ранее я никогда не рисовала в этой технике. Это первая попытка, и я очень хочу, чтобы вы оценили ее. Картина называется «Джокер в Париже». Я давно хотела нарисовать Джокера, потому что для меня Джокер – это образ, я бы сказала, даже, наверное, в чем-то и позитивный, хотя все думают, что он гангстер и так далее. У него на самом деле безумный и гениальный интеллект, лидерские качества, несгибаемая сила воли, особое чувство юмора, да, и, скажем так, разгульный образ жизни. И я подумала, где бы можно было его, куда его можно отправить. И я решила отправить Джокера во Францию. Францию можно писать одним словом. Это удовольствие, вкусная еда, отличное вино, страстная любовь, красивая одежда. Я думаю, что Джокер довольно-таки хорошо вписался. Всем спасибо!